Всем добрый. Делаем середину. Холодно, настоящему теплое. Наливаем полстакана воды. Так. Дрожжи у нас, ну, тут я не знаю сколько, грамм 20, наверное, 30. Ну, как бы, как раньше говорили, пол конфетки. Размешиваем. Это однородный такой, чтобы она здесь растворилась. Перемешиваем. Вот полностью полстакана, не так вот нахлушили. Сюда же в опару мы добавляем сахарный песок. Здесь у меня 1 столовая ложка. Ну, для того, чтобы у нас эта опара подошла для подъемной силы, так сказать. Вот, я замешиваю. Оставляем, ну, в среднем это минут 15-20. Будем ждать. Пытаемся подглянуть, что у нас получается. А вот, получается замечательно. Видите, наша опара подошла. Так. Что мы делаем дальше? Перемешиваем. Мы добавляем снова. Видите, у меня граненый стакан, раритетный, с советских времен. Это у меня опять чуть больше половины стакана теплая вода. Как пахнут дрожжи. Конечно, с сухими, наверное, не сравнить. Все-таки так вот вся водичка у меня тут ушла. И даем еще постоять сколько-то времени. Мы будем подглядывать, смотреть, что у нас происходит. Чуток дадим тесту еще подняться. Мы добавили муки чуть-чуть, цельнозерновой, да? И я так думаю, что я добавлю еще. Получается у нас 4 ложечки. 4 столовые ложки. Месить непросто. Я добавлю еще масло. Это у меня льняное семя. Я обычно добавляю. Не хочет отлипать. Дадим немножечко ему отдохнуть. Ну, буквально несколько минуток. Что мы делаем дальше? Сейчас мы выложим сюда наше тесто. Обратите внимание. Вот у нас противень, где мы будем выпекать. Но мы делаем такую вещь. Мы переворачиваем его на тыльную, так сказать, сторону. Испачкала в муке, но это нормально. Присыпаем мукой, потому что это у нас будет хлеб-лепешка на самом деле. Так. И все наше тесто отправляется сюда.
осталось, но я даже не буду добавлять. Это делаем все руками. Вот сейчас распределим по противню. Обязательно нагреем духовку. Вот. Потом, как раз пока греется духовка, у нас, значит, еще постоит наша лепешечка. Так, здесь и для красоты, и для вкуса придает тоже пикантный такой вкусик. Это черный тмин. Такая у нас лепешечка получилась. Делаем у нас доходить. Наш хлебушек, лепешечка наша готова. Прелесть. Прелесть, красота. Дадим время. Пусть остынет. Горячим хлеб резать неправильно. Наша лепешечка подостыла. Мы уже ее вот и порезали, и попробовали. В меру запеченная, в меру мягкая. Цельнозерновая мука свою роль сыграла. Видите, у нас он не кипельно-белый хлеб. Но это все для пользы. Приятного аппетита!